Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Этот урок посвящен сайту «Визитка». Я расскажу вам, что такое сайт «Визитка», где и как вы можете его использовать. И, конечно, я расскажу, как создать сайт «Визитку» на нашей обучающей платформе. Покажу вариант для бесплатного тарифа и расскажу, как вы можете настроить «Визитку», если у вас платный тариф доступа к платформе. Максимально подробно для платного тарифа я рассказывать не буду. Почему? Досмотрите ролик до конца, и вам станет все понятно. Итак, что такое сайт-визитка? Это обычный одностраничный сайт, который в минимальном виде хранит информацию о вас, вашу аватарку, фамилию, имя и контакты для связи. С сайта визитки вы можете сделать переход на какой-то дополнительный ресурс. Это мини-визитка, которую каждый из вас сегодня сделает. Можно сделать более расширенный вариант визитки. Это уже мы получаем с вами полноценный одностраничный сайт, на котором вы можете размещать информацию о себе, видео, размещать формы записи на консультацию, подавать заявку в вашу структуру. Это полноценный одностраничный сайт, где вы можете использовать ссылку на этот сайт. Везде, где вы прописываете контакты связи с вами. Можете прописать это в настройках вашего скайпа. Если пользуетесь WhatsApp Business, обязательно пропишите там. Если активно используете почту, напишите это в подписи вашей почты. Нажимаю на «Исправить подпись». И вот вместо всех вот этих ссылок на мои ресурсы, я могу разместить только одну ссылку, которая заменяет в моем случае 4 ссылки на мои социальные сети. Можно использовать в социальных сетях, особенно в тех социальных сетях, которыми вы не часто пользуетесь. Вот сейчас я не так часто пользуюсь Фейсбуком и Одноклассниками. Но люди, которые заходят в мой профиль в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Твиттере, пишут мне личные сообщения, а я на них не отвечаю. Это неправильно. Поэтому для таких профилей размещение вашего сайта визитки очень хороший вариант. На главной странице вашего YouTube-канала также очень удачно разместить сайт-визитку. Ну и, конечно, очень хорошо сайты-визитки работают в такой социальной сети, как Instagram. В Инстаграме есть одна очень специфическая вещь. Можно разместить только одну кликабельную ссылку в профиле, и все. Поэтому для Инстаграма очень популярен вот такой вот сервис, он называется TopLink. Они позиционируются как сервис создания мультиссылки. То есть, вот видите, со ссылки профиля Instagram попадаем вот на такой сайтик, аналог которого можно прекрасно сделать на нашем сервисе, разместить свои контакты, ссылку на какой-то дополнительный ваш ресурс. Ну и, конечно, при желании на платных тарифах можно сделать вообще полноценный одностраничный сайт. Все это делается относительно несложно. У этого сервиса есть и бесплатный тариф, возможности его ничем не превосходят возможности нашего сайта визитки. На платных тарифах, конечно, мы создаем полноценный одностраничный сайт. Но вариантов создать мобильный сайт сейчас очень много. Вот конструктор, на котором я создаю наш сайт передачи, он поддерживает не только версию для компьютера, он поддерживает сразу же, вы создаете мобильную версию. Вот так вот сайт выглядит на мобильном варианте. Так как мобильный интернет сейчас рулит, есть очень много различных конструкторов, кроме раскрученного топлинка, которым пользуются многие инстаблогеры. Вот, например, замечательный сервис, который создает исключительно мобильные сайты, делает это абсолютно бесплатно. Причем, вот посмотрите, здесь, в отличие от топлинка, который предлагает создать сайт с нуля, поэтому ничего очень сложного новички сделать не могут. На сервисе MoAction вы можете взять уже готовый шаблон сайта. Я вот выбрал категорию «Еда», вот, например, «Фито-чай». И вы получаете уже готовую версию мобильного сайта. Здесь вы можете располагать свою продукцию, можно сделать заказ этой продукции прямо с сайта. Можно ограничиться только тем, что сделать вот такую какую-нибудь более продвинутую визитку. Прекрасный сервис, абсолютно бесплатный. Я на нем делал мобильный сайт для языковой школы. То есть вариантов сделать вот такие простые, для этого на этом сервисе, правда, можно сделать уже далеко не простой сайт и очень профессионально оформленный. То есть вариантов множество. Вот, и так как мобильные сайты –
Это востребованная вещь. Командой взяли в работу еще один эффективный инструмент, позволяющий зарабатывать от 1000 долларов в неделю абсолютно без рисков. С помощью... Не буду больше это слушать, потому что слушать это не могу. Но вокруг сетевого бизнеса и вокруг все-таки не очень технической грамотности сетевиков, как я уже говорил, на одной встрече выстраивается целая индустрия. Вот люди типа зарабатывают деньги на сервисе, который позволяет создавать мобильные сайты, вот такие простые сайты-визитки. Функционал у конструктора практически никакой. Единственное, что здесь развито, это вот именно реферальная структура. Заработок происходит на том, что люди получают вознаграждение от людей, которые пришли и оплатили возможности этого сервиса. Сетевики, которые хотят сделать себе вот что-то типа подобное, ну вот в таком вот, посмотрите, крутом стиле, да, абсолютно не понимая, что есть, например, вот такой вот вариант, который абсолютно бесплатен и позволяет делать, ну, то, что называется именно профессиональным мобильным сайтом. Давайте возьмем еще какой-нибудь вот по алкоголю, посмотрим. Вот каталог товаров, видите? То есть уже готовые сайты, которые вы просто-напросто исправляете под себя и все. Ну а сетевики делают вот что-то вот подобное, вот такой вот цветовой гамме и так далее. Плюс тут, видите, написано, что человек зарабатывает 200 долларов в день. Правда, в ролике говорится, что 1000 долларов в неделю. Ну, то есть с арифметикой уже точно у людей что-то плохо. Но правда, вот если нажать на их продающем одностраничном сайте на кнопку «Получить инструкцию», почему-то никаких инструкций ты не получаешь. То есть весь их сайт сделан на конструкторе Tilda. Хотя они рекламируют совершенно другой конструктор. Возникает вопрос, ребят, но если у вас такой крутой конструктор сайтов, почему же вы свои вот эти вот сайты не делаете на нем? Но не хочу продолжать эту тему. Единственное, почему вот это вам показываю, потому что, пожалуйста, знаете, вариантов что-то сделать очень много. И прежде чем что-то покупать, тратить, посмотрите, посоветуйтесь с кем-то. И однозначно найдете, может быть, даже лучший вариант. Ссылку на сервис Топлинк я дам, ссылку вот на этот сервис, которым сам пользовался, и он абсолютно бесплатный, хотя на главной странице они предлагают зачем-то оплачивать свой тариф. Если честно сказать, не совсем понял, что дает платный вариант их тарифа, потому что никаких ограничений в функционале на бесплатном нет.